Первый субботник в доме дяди Геляя в литературной резиденции, которая открылась в здании бывшей библиотеки на улице Чернышевского. Вологодские писатели совместно с общественностью начали работы по благоустройству. На субботнике побывала и Мария Суворова. Вынести мусор, перебрать книги, подготовить фасад к покраске. Работы много, поэтому на субботник вологодские писатели пригласили и вологжан. Так, совместными усилиями были начаты первые работы по благоустройству бывшего здания библиотеки на улице Чернышевского. Этот домик теперь на нашем попечении. Мы должны его холить, лелеять, беречь, по мере возможности восстанавливать, чтобы здесь собирались люди, литераторы, прозаики, критики, просто люди сочувствующие, просто те, кто хочет сюда прийти и увидеть своих единомышленников. Наша литературная резиденция должна принимать гостей, ну а гостей надо принимать в чистом доме. Напомним, здание предоставили в безвозмездное пользование Вологодскому отделению Союза российских писателей сроком на 5 лет. Это решение было принято главой города Евгением Шулеповым на открытии года литературы. Резиденция уже получила название «Дом дяди Геляя» в честь писателя и журналиста Владимира Геляровского. Планируется, что на первом этаже будет открыт музей, оборудована зона для творчества, встреч и общения вологодских писателей и читателей. Мария Суворова, Максим Тышковец, Вологда Портал.